Демонстранты заняли Министерство юстиции Украины в Киеве. В основном это активисты гражданского движения «Спільна справа». Лидер организации Александр Данилюк пишет об этом на своей странице в Фейсбуке. В МВД Украины информацию подтвердили. Сейчас здание окружает около сотни протестующих. Они соорудили баррикад высотой до 1,5 метров. Министр юстиции Украины Елена Лукаш попросила демонстрантов освободить помещение. В противном случае намерена поднять вопрос о введении в стране чрезвычайного положения. Ранее представители «Спільна справа» уже захватили здание нескольких ведомств – Министерства аграрной политики и продовольствия, а также Министерства энергетики и угольной промышленности.